спускаем, кто идет, по одному спускаемся, по одному поднимаемся. Также не бегаем по теплоходу, пожалуйста. И по безопасности, еще говорю, обращаю внимание, по главной палубе носится уже. Пожалуйста, это делать нельзя, это можно упасть. Дождик, палуба мокрая, поэтому подскользнуться нет вопросов, и расшибить себе голову, это прям вот, как говорится, нечего делать. Поэтому, дорогие детки, пожалуйста, берегите себя, да? Хорошо? Будете хорошо себя вести, да? Да. Все, молодцы. Сейчас, тем не менее, хоть у вас и небольшое путешествие, но все равно я покажу вас в каждом каюте. Я уж, так скажем, просто у нас обычно не помогают мои представители экипажа, но в силу того, что у нас с вами сегодня, так скажем, эксклюзивные условия, все несут вахту, все справляются с последствиями того бедствия, которое у нас обрушилось. Поэтому спасательный жилет и как им пользоваться, я продемонстрирую сама. Наши спасательные жилеты такие простые, вот и удобные, так скажем, если можно сказать, не дай бог, конечно, но тем не менее. Значит, одеваются они через голову. У кого талия поменьше, завязаны спереди. Вот так вот. У кого талия побольше, соответственно, сзади завязаны. Есть фонарик, который работает при соприкосновении с водой. То есть, когда в воде человек оказывается, и фонарик начинает давать сигнал. И есть свисток для подачи звуковых сигналов. Если ты не можешь... Что? Если, чтобы слышали, потому что... Все, слышишь? Вот так вот, так скажем, вот такой звуковой сигнал подается. И светоотражающие элементы, как чтобы в темное время суток тоже было вас заметно, когда наводится, если человек за бортом у нас, то наводится прожектор и видно по светоотражающим сигналам. Не дай бог, конечно, это применить. Мы делаем все, чтобы ваше путешествие было безопасным, поэтому... А вот, так скажем, как спасательный жилет, я вам показала, это, значит, старший отец Николай, это где у меня не вижу? Есть, вас не вижу, да. То есть, пожалуйста, взрослые, приглядывайте, да, потому что это теплоход, это повышенное транспортное средство повышенной опасности, поэтому, пожалуйста, да, вот особое внимание, говорю, дети, берегите себя, не расшибитесь, не дай бог. Ну все, отпускаю вас отдыхать, дорогие детки. А со взрослым мы еще с вами...